сегодня Государственная Дума рассмотрит ратификацию договора о признании независимой республики Донецкой и Луганской народной республики. Этот шаг, который жители давно ждали, не только жители Луганска и Донецка, это и жители Российской Федерации, и многие на Украине, думаю, поддерживают это тоже решение. Просто тот режим, который сегодня в Украине, не позволяет им свободно высказаться, но та война восьмилетняя, она завершится с подписанием этих договоров.